Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы приготовим курицу карри в сливочно-грибном соусе. А для этого нам потребуется куриное мясо, у нас бедро, грибы, у меня вот такие вот сушеные белые, но можно использовать обычные свежие шампиньоны, соль, масло растительное, масло сливочное для обжарки, лук, чеснок, сама смесь карри, кориандр, мы его измельчим, и свежемолотый перец. Для начала отделим мясо от костей и нарежем его мелким кубиком. Теперь добавляем специи, молотый перец, молотый кориандр, и карри. Все это перемешаем. И оставим мариноваться, пока подготавливаем все остальное. Мелко шинкуем лук и чеснок. На разогретую сковородку добавляем сливочное масло. И немножко растительного. И отправляем туда лук. Лук пассируем до золотистого цвета. Добавляем нашу замаринованную курицу. И даем ей хорошенько обжариться. Пока жарится курица, нарезаем грибы. Перемешиваем курицу. И добавляем наши грибы. Не забываем все это дело посолить, так как мясо мы еще не солили. И заливаем все сливками.
Убавляем огонь и оставляем тушиться до загустения сливок. Ну что, наше блюдо готово. За время, пока тушилось мясо, я отварил рис. Давайте попробуем, что у нас получилось. Приятного аппетита! Mm-hmm.